Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И я выполняю вашу просьбу, сделала видео с подборкой товаров для дома, для декора и полезных милых штучек. Конечно же, в Фикспрессе большой выбор искусственных цветов. Продаются как бюджетные варианты, а также и дорогие. Среди недавних новинок хорошего качества – это подсолнухи. Они продаются по одной штучке и стоят, правда, 149 рублей. Но выглядят они действительно очень реалистично, пышненькие и большого диаметра. Интересные ирисы за 99 рублей. Насколько поняла, цветки у них изготовлены из фоамирана, а основание пластиковое. Продаются они в разных цветах, смотрится довольно интересно. Одиночные розы стоят по 55 рублей. Конечно, они выглядят не так реалистично. Я знаю, что такие розы покупают для декора, заливают гипсом, обмазывают, и получаются интересные такие гипсовые растения. Также есть еще в продаже эти самые веточки эвкалипта за 99 рублей. Все их нахваливают, и на видео действительно они смотрятся довольно мило, но вживую виден пластик, видны какие-то недостатки, поэтому на меня они особого впечатления не произвели, хотя я была настроена на покупку таких веточек и даже уже придумала композицию, но нет, вживую они мне совершенно не понравились. Металлические вешалки за 149 рублей, рассчитаны на 10 крючков, длина у них 42 сантиметра. А у этих вешалок имеется такой пластиковый декор в виде полоски с имитацией мрамора. Но учтите, что эта полоска очень-очень хлипкая и ломается при малейшем движении. Также в комплекте еще идут саморезы, но на некоторых вешалках они бывают отсутствуют. Но смотрятся вешалочки мило куда-нибудь для использования, например, вешать полотенце прекрасно под дойдут, но вот вешать какую-то более тяжелую одежду я бы не советовала. Также в нашем магазине все еще можно приобрести складные ящики за 199 рублей. И это вполне актуальный товар, потому что сейчас мы с вами будем копать картошку, доставать морковь, и в эти ящики их можно прекрасно сортировать. Из коллекции с деревянными ящиками лично у нас осталось не так много, разбирают очень быстро, но если вы в своих магазинах успеете их найти, подумайте, возможно, этот ящик вам и пригодится и стоит его купить. Стоят они 199 рублей, имеют ручку как из джута, а также ручка бывает и фанерная. Прекрасно подходит для хранения различной мелочевки, например, используют для хранения кухонных досок или же делают красивые цветочные композиции. Снова в наш магазин привезли в большом количестве вот эти пластиковые высокие горшки. Я знаю, что многие не успели купить, но сейчас самое время обратить на них внимание. Подобные декоративные вещички я не считаю товаром первой необходимости, но если вы как-то решите обновить свой интерьер, то возможно обратить внимание на подобные вещи в Фикспрессе. Например, вот эти яблоки и груши смотрятся очень стильно, стоят 199 рублей, изготовлены из доломита. Трехъярусная этажерка-полка для обуви за 199 рублей. Продается в разобранном виде, имеет металлическое основание с пластиковыми вставками, а полки выполнены из нетканого материала. Отзывы по этим полкам хорошие и, говорят, действительно способны выдержать много пар обуви. Красивые новые коврики для ванны. Стоят они также 199 рублей, размеры 45 на 70 сантиметров. Оформлены очень красиво, разные расцветки, коврики очень мягкие, плотные, по краю обшиты косой бейкой, так что выметываться не будут. Также мне понравилось, что с обратной стороны есть резиновые пупырышки, которые будут препятствовать проскальзыванию этого коврика на кафеле.
Также в нашем магазине можно еще приобрести зеркала для ванны. Это пластиковые зеркала с откидной полкой. Стоят они 99 рублей, и это уменьшенная копия больших зеркал, которые продавались ранее по 199 рублей. Размеры 32 на 23 сантиметра прекрасно подойдет для какой-нибудь съемной квартиры или же, например, для бани. Длинные пластиковые корзинки с ручками за 55 рублей. Выглядят очень стильно, но хочу обратить ваше внимание, что изготовлены они из тонкого пластика и стенки у них прогибаются. Пластиковые табуреты низкие за 199 рублей. Также сейчас в большом количестве продаются складные полки за 77 рублей. И если вы смотрите мои видео постоянно, то знаете бешеную любовь к этим полкам. Мне действительно нравится при помощи этих полок организовывать хранение в кухонных шкафчиках, располагать различные тарелки и лоточки, тем самым увеличивая рабочее пространство. И вот такие милые пластиковые корзинки с ручками. Кто-то их использует для похода в бане, кто-то использует, например, для сбора урожая. Стоят они 77 рублей, продаются в разных цветах. Хорошего качества пластиковые корзинки за 77 рублей с крышками. Тут пластик очень плотный и крышка сама по себе плотная, поэтому ставить одну корзинку на другую, причем наполненную, можно без проблем. Также мне понравился новый набор за 99 рублей, который включает в себя 4 вида дюбелей, а также 4 вида саморезов. Очень удобно. Особенно при ремонте, возможно, не так выгодно, если покупать на развес в строительном магазине, но если вам необходимо буквально несколько штучек, то в фикс-прайсе всегда под рукой их можно найти. И за это время появилось несколько чистящих средств. Это чистящее средство «Универсальная санитария формула» за 77 рублей. Причем средство супер интересное, потому что им можно стирать, можно чистить унитазы и пробивать трубы. Давно на полочках фикс-прайса я не видела Доместос, наконец-то он снова в свободном доступе, причем представлен в двух линейках, в синем цвете максимальная защита стоит 99 рублей и в красной бутылочке стандартный Доместос стоит 55 рублей. И появились новые вискозные салфетки за 149 рублей. Большая упаковка размером 25 на 25 сантиметров каждая салфетка и в наборе 120 штук. Милые фанерные шкатулки, причем продаются они в двух вариантах, круглой формой, а также в форме шестиугольника. Крышка съемно никак не фиксируется, по крайней мере, мне не удалось никакого фиксатора, ни петли рассмотреть через слюду. Имеются по бокам отверстия, то есть это шкатулочка такая резная, воздушная, но для хранения какой-нибудь бижутерии, либо других украшений или косметики прекрасно подойдет. И, конечно же, сейчас без проблем можно купить различные пробковые доски для заметок для детей. В обучении они прекрасно помогут, например, какие-то записки и расписания вешать. Различные фоторамки из новой серии. Это классические фоторамки для фотографий 10 на 15 сантиметров за 77 рублей. И привезли также подсвечники за 199 рублей в большом количестве. И интересные деревянные подносы в разных цветах. Называются они, правда, декоративная тарелка и
стоит 199 рублей. Вот эти декоративные суккуленты снова в продаже, цена такая же 199 рублей, качество отменное. Ну и конечно же различные декоративные камушки, это битое стекло за 77 рублей и в большом количестве обычные стеклянные камушки в виде бриллиантиков, бабочек, цветочков и других форм. Осталось на полках несколько вот таких часов за 199 рублей. Наверное, интересно они будут смотреться на кухонных стенах. Ну а также к товарам для дома я могу и отнести сумку шопер. Выполнена она из вот такого материала, чем-то имитирует лен, но плотный. Конечно же, это не лен, полиэстер, но вот такое плетение похоже. Стоит 199 рублей. В сложенном виде очень компактная и можно положить в сумочку. Ну а в разобранном она довольно вместительная. Внешне мне очень понравилась новая металлическая вешалка на дверь. Стоит она 99 рублей, и я считаю, это очень бюджетно. Размер у нее 41 на 22 сантиметра, ширина 9 сантиметров, рассчитана на 10 крючков. Ширина основных крючков, двух, при помощи которых она вешается на дверь, широкая, так что даже куда-нибудь на входную дверь она должна неплохо поместиться. Ну и также в продаже появились различные инструменты, это мультитулы, наборы, пинцетов, двусторонняя клейкая лента и резаки. И еще один вариант контейнера для хранения овощей – это пластиковый контейнер за 199 рублей. А в таких контейнерах, я знаю, в строительных магазинах хранят различные гвозди, саморезы. А мне эта идея понравилась. Понравилось, что пластик плотный, и если поставить этот контейнер один на другой, то он не должен прогибаться, и тем самым мы получаем своеобразный стеллаж. Ну что, друзья, вот и подошла эта подборка к концу. Надеюсь, это видео было для вас интересным, и все ваши запросы я удовлетворила. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч и пока-пока!